Привет, мы находимся в Силиконовой долине вейкбординга в Орландо, во Флориде. И это официальная лодка Wakeboarding Mag, бывшего, который сейчас называется Transat Wakeboarding. И отличается официальная лодка Wakeboarding Mag с этого года Tiger Z3. Новая модель 2012 года, почти 24-футовый буксировщик. И эта лодка примечательна тем, что она эксклюзивная. Что здесь совершенно необычного? Это балластная система, это эксклюзивный корпус, который заклеен фирменными цветами Wakeboarding Mag. И увеличена емкость балластной системы. Балластная система здесь заводская установлена, и она, объем ее равняется 1050 литрам. Здесь потрясающее водительское кресло, потому что если вы катались на американских машинах, то вы понимаете, о чем идет речь. Здесь очень удобное, огромное водительское сиденье с дополнительными поддержками, с подлокотниками и с регулировкой спинки даже. Здесь все сделано для того, чтобы человек, который находится за рулем, совершенно не напрягался. Здесь эксклюзивная система, стереосистема стоит, и покрашенные в цвет салона колонки Wet Sound 8 серии. Ну, новой серии, которая вышла в этом году. Wet Sound Rev 8. Также здесь покрашен металликом, черным металликом Tower. Смотрится на солнце потрясающе. Потрясающе смотрится. Это дополнительная опция. А так это, в принципе, стандартная лодка, но эта лодка может делать такие волны для вейксерфинга, которые удивляют даже профессиональных райдеров. Здесь стоит двигатель PCM, 409 лошадиных сил, но самое главное, почему эта лодка, на этой лодке приятно кататься на вейксерфе. Здесь стоит система очистки выхлопа, катания. За этой лодкой она совершенно не пахнет. Конечно, она не пахнет цветочками, но она в том числе не пахнет выхлопными газами. Еще хочется остановиться на совершенно потрясающих поворотных держателях вейкбордов, которые просто фиксируются одним нажатием руки. Они еще и складные, то есть они удобно складываются, их можно, например, распортировки. Они очень массивные и сделаны из космического алюминия, которого, я не знаю, по космическим программам делают шаттлы, чтобы они были легче и дальше летели от Земли. Еще мне очень понравилось, что здесь ручки из черненого алюминия, то есть сверху они черного цвета, как будто они имеют пластиковые накладки, но это очень здорово смотрится, потому что алюминий с черным цветом очень здорово сочетается. А так, в общем, потрясающая лодка. Спасибо большое Эрику, что он ее нам дал покататься.